пришел сегодня? Хоккеисты. Ну, теперь можно посмотреть, какие команды бывают. Еще футболка, ну, еще пенальчик. Ко мне вернулось хорошее настроение и спасибо вам, Локомотив. Очень понравилось, было весело. Возьмите автограф и взял. Да. И, кстати, я очень люблю хоккей. Второй год подряд мы здесь, и нам... Каждый раз, когда приезжаем сюда, нам очень приятно, конечно. Вот, и очень приятно видеть лица радостные детские. Нет, ну для детей на самом деле это очень приятно, когда такие мероприятия проходят. Вот. Надеемся, что дети придут уже поддержать нас на хоккее. Нам будет очень приятно видеть их. Вот, и в будущем, может, кто-то тоже станет профессиональным хоккеистом.